Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Я уже о многих сортах перца рассказала, о скороспелых, о крупных, о мелких для фарширования, о кубовидных, конусовидных. Но есть отдельная группа перцев, это перцы-великаны. Вот я в этом году хочу расширить ассортимент вот этих перцев-великанов. У меня есть крупные богатырь, атлант, еще какой-то, вот уральский толстостенный, но вот эти из всех великанов, это самые-самые великаны. В этом году я вот приобрела великанов золотогривый лев, золотой телец, бугай, бигмама и золотой лапоть. Это именно те уникальные сорта перцев, про которых написано, что у них 300-400 грамм до 500 граммов. Вот тут написано, хотите получить невероятный урожай? Серия «Русский богатырь» – это семена овощей великанов. Увесистые томаты, перцы, ну и так далее. Вот бугай, написано, новый крупноплодный раннеспелый сорт перца впечатляют гигантскими размерами и радуют глаз благородством цвета и формы. Куст крепкий, высотой 50-60 сантиметров, не очень высокий, кстати. Плоды кубовидной формы, толстостенные, до 10 миллиметров, массой до 500 граммов, светящиеся мягко-желтой окраски с жемчужным отливом, нежно-пряного вкуса, долго сохраняет внешний вид и блеск. Вот я хочу вырастить в этом году такие перцы-великаны. У меня были перцы 400 граммов, но полкилограмма перчину я никогда не выращивала, скажу честно. Если вот производитель нас не обманывает, то в этом году у меня на участке будут огромные полкилограммовые перцы. Кстати, это вот не только этот, еще какой-то. Сейчас я вам найду. Тут заявлено еще одного полкилограмма. А вот тоже золотой телец. Плоды желто-оранжевого цвета, очень крупные, мясистые, стенка 1 сантиметр, масса плода 250-500 граммов. Полкилограммовые плоды перца у меня не было еще. В этом году хочу вырастить перец-великан полкило весом. Если выращу, то вам покажу. Но вот все наименования сортов я вам назвала перца-великаны. Если вы любитель крупноплодных овощей, пожалуйста, увидите в магазине, покупайте вот такие перцы-великаны. Будем вместе выращивать и хвалиться друг перед другом. До свидания. Это краткий обзор самых-самых крупных сортов перца.